Дорогие зрители, третья серия второго сезона наконец-таки вышла. Я хочу вам пожелать приятного просмотра. Я вас обманул. Я всегда буду злодеем. Нет! Не слушайте этого негативного человека. Он хочет, чтобы наш проект закрыли. Но настоящие подписчики всегда поймут, что третья серия будет. А, да, у меня подписчиков. Я выделил топ-5 самых лучших подписчиков, которые оставляли комментарии, ставили нам лайки, делились нашим каналом со своими друзьями. Я им благодарен за это. Вы можете видеть топ-5 самых лучших наших подписчиков. Начнем, пожалуй, с первого. С вами Ксения. Вы спросите, а что в ней такого? Ну, девка так и девка. Что она делала для канала? А именно то, она продвинула наш канал в Москов-Сити. Москов-Сити. Ладно. Она сказала своим одноклассникам, чтобы они подписались на наш канал. А ты можешь подписаться на канал моего друга? Да нет, зачем мне это надо? Пустая трата времени. Слушайте, ты у меня плохой мальчик. Мой друг вежливо меня попросил, чтобы я всем сказал, что у него есть собственный канал. Я сказал, у него будет подписчики, значит будет. Теперь будь так добр, подпишись, или твой пенал окажется в окне. Ты меня понял? Ну хорошо, я понял, понял. Да, Ксюша поистине уникальная дама. Ладно, а теперь мы приступим ко второму подписчику. Следующим нашим подписчиком, имя его, мне плевать, и короче, является, значит так, Вадим. Вот тут слово Вадим нарисовано. Он всячески предоставлял нам, идеи. Нашим роликам. И ничего, что у меня нету сценария и текста, мне вообще плевать. И он всячески так, как я это, поддерживал канал. Во, забыл. Абдуллах, это что у тебя? Аркада? Да, да, представляешь, недавно выпало. А давай, смотри. Ребята, а давайте мы заснимем видео на канал моему старшему брату. Как вам идея? Да. Не... А нам что, платить будут, нет? Будут. А если вы не будете снимать видео, я вас нафиг отпинаю. Блин. А что нам нужно делать? Просто будем импровизировать. Я думаю, это залетит. Ладно. Давай. Время не ждет. Вперед. Крутое видео было. Следующий наш главный подписчик. Жорик. Что я могу сказать про Жорика? Крутой пацан, качается. Он за здоровый образ жизни, за любого может постоять. Ну вот посмотрите, я даже не удивлюсь, если за ним вся школа бегает. Ой, Жорик, привет! А ты посидишь у нас в классе? Да мне на тебя вообще все равно. В смысле? Захар, это такой влиятельный человек. И вот такой вот богатый холостяк. Мне больше нечего про ему сказать. Но, нет, есть. Захар, купи мне пульт от ядерки. Захар, у тебя не за 2 рубля, а мне на булочку надо. Нищебруд, ебать. Время для топа одного. И это... Гриша! Вы спросите, почему на первом месте Гриша? Я вам отвечу, он не просто парень, он капец какой офигенный парень! Он не мало того, то что он офигенный парень, он не мало того, ставит нам лайки, пишет комментарии, он с помощью нашего канала создал глобальную сеть интернета! Когда он вышел в свет, это прозвали ночью, когда он был зол, он хлопнул дверью лифта! А когда... Он сказал, я все, все бабы начали рожать. Что могу сказать об этом? Гриша, знай, ты офигенный парень. Мы все тебя уважаем. Пожалуйста, оставайся таким, какой ты есть. Пацанчик, мобилы не будет. А тебе что, жить надоело, что ли? А ты что, спортик, что ли? Попробуй пробить. Ну давай сейчас пробить, охренеешь от жизни. Я не знаю, как я так кричу, но я должен кричать, моя рука. Ты что, я даже в пресс еще не отлег. А вот сейчас моя очередь. Мистер Бомбастик, бомба в
фантаст.